Hello, my dear friends! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы вместе со Сьюзи и Ником разберем тему «Большое или маленькое?» Big or small? Давайте начнем. Let's start. Давайте, давайте разберем, что у нас большое, а что у нас маленькое. Смотрите, у нас будет с вами маленький small и будет большой. Big. Первое, что мы с вами берем, что-то к нам прилетело. Прилетело. Давайте чуть-чуть Сьюзиник вас подвинем. Смотрите. What is it? What is it? Это стрекоза. It is a dragonfly. Dragonfly. Стрекоза – это как летающий дракон. Dragon – дракон. Fly – летать. Или муха. Давайте узнаем, она большая или маленькая? Is it big or small? Это, конечно, маленькая-маленькая. Правильно. Dragonfly is small. Dragonfly is small. Отлично. Давайте посмотрим следующее. What is it? What is it? Что это? Это море. It is the sea. It is the sea. Это море. Как вы думаете, море большое или маленькое? Может быть, оно маленькое? Совсем как лужица. Нет, оно большое, 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 большое. Правильно, Сьюзи. Оно большое. The sea is big. Правильно, правильно, Ник. Оно большое, большое. Море у нас большое. The sea is big. Давайте с вами посмотрим, кто к нам прилетел. What is it? What is it? Кто это, ребята? Это пчела. Правильно. Bee. Пчела. It is a bee. It is a bee. Как вы думаете, ребята, пчела большая? Big. Или маленькая? Small. Конечно, она маленькая. Правильно. A bee is small. Пчела маленькая. A bee is small. Улетает, улетает, улетает. Давайте посмотрим, что к нам еще с вами прилетело. What is it? What is it? It is a cloud. It is a cloud. Это облако. Как вы думаете, облако большое или облако маленькое? Облака бывают разные, большие, маленькие. Правильно, Сьюзи. Но это облако какое, большое или маленькое? Это большое. Молодец, Сьюзи. Это облако, this cloud is big, большое. A cloud is big, облако большое. Ну, лети дальше, облако. Полетели, полетели. Давайте посмотрим, кто еще к нам прилетел. Что это, ребята? What is it? What is it? Это божья коровка. Божья коровка у нас по-английски будет ladybug. It is a ladybug. It is a ladybug. Как вы думаете, ребята, она большая или маленькая? Маленькая, маленькая. Правильно. Божья коровка маленькая. A ladybug is small. A ladybug is small. Полетела она дальше на цветочек. Ой, ребята, смотрите, это не летающее, это что-то растущее. What is it? What is it? It is an apple tree. Это яблоня. It is an apple tree. Как вы думаете, она большая? Big. Или маленькая? Small. Яблони тоже бывают разные. Но на рисунке какая нарисована? Маленькая, small или большая? Big. Это большая. Правильно. An apple tree is big. An apple tree is big. Пошла она расти дальше. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ребята, прыг-прыг-прыг. Jump-jump-jump. What is it? What is it? It is a grasshopper. It is a grasshopper. Это кузнечик. Grasshopper. Как вы думаете, он большой
или маленький? Small or big? Конечно, он маленький, он в траве прячется. Точно. A grasshopper is small. A grasshopper is small. Ну, попрыгал дальше. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Ребята, смотрите, топ-топ-топ-топ. Кто это? What is it? What is it? It is an elephant. What is an elephant? Это слон. Он большой или маленький? Big or small? Он самое большое животное на земле. Правильно. An elephant is big. An elephant is big. Слон большой. Уходит. Топ, 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 топ. Прыг, 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 прыг. Ква, ква, ква. What is it? What is it? Что это? It is a frog. It is a frog. Это лягушка. Она большая или маленькая? Big or small? Small or big? Она, конечно, маленькая. Маленькая. Лягушка маленькая. A frog is small. A frog is small. Лягушка маленькая. Прыг, 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 прыг. Ква, 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 ква. Ребята, последняя. Смотрите. What is it? What is it? It is a mountain. It is a mountain. Гора большая или маленькая? Small or big? Big. Гора большая. Правильно. A mountain is big. Ну, ребята, какие вы молодцы. Справились со всем заданием. А теперь Сьюзи и Ник задают вам вопрос. Ребята, скажите нам, пожалуйста, а вот это, что это? What is it? It is a bear. Это медведь. It is a bear. Ребята, напишите нам, пожалуйста, медведь большой, big or small, маленький. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. See you again. Bye-bye.